Манну собирали рано утром. Падал хлеб от Господа с небес. Он под солнцем таял почему-то. Днем собрать захочешь, хлеб исчез. Трудно подниматься до рассвета и, шагая по песку, спешить. Но без хлеба смерть. И, помня это, манну собирали, чтобы жить. Было чудо, открывалось небо, и благословлял евреев Бог. Столько лет кормил небесным хлебом. Кто б еще такое сделать смог? Белые крупинки, хлеб в пустыне. Чудо продолжалось 40 лет. Чудеса Бог делает до ныне. Иисус сказал: «Я жизнь и хлеб». Хлеб особенный, он не для плоти. Принимайте, это Божий дар. Вкусите его и не умрете. Голод не сразит вас никогда. Манна не спасла людей от смерти, а небесный хлеб дарует жизнь. Это Слово Божье. Богу верьте, будете с Иисусом вечно жить. Вы себя Спасителю вручите, Он за вашу жизнь свою отдал. Каждый день лица Его ищите, чтобы Иисус и вашим хлебом стал. Поднимайтесь на рассвете рано, несмотря на тех, кто крепко спит. Собирайте хлеб, живую манну. Вот он, на виду у вас лежит. Помолитесь, прикоснитесь к хлебу. Слово Божье наполнит сердце, пусть и откроется пред вами небо. Вы с Иисусом, с вами Иисус. Аминь.